В Барнаульском микрорайоне Затон продолжает подниматься уровень воды. На сегодняшний день он превысил критическую отметку на 6 сантиметров. Судя по прогнозу, регион ожидает неделя дождей. Это значит, что вода будет только прибывать. И прибывает. Так всего за два дождливых дня в микрорайоне частично подтопило 40 приусадебных участков. Местные жители, до которых вода еще не добралась, в режиме боевой готовности. Дом немного выше, я живу на Лермонтовой улице, поэтому если будет уровень где-то больше 5-86, уже будет затопление этих улиц. Будут затоплены вот эти вот улицы. Засыпали, отсыпали участки, все. Ну, участок приподнял, нормально сейчас вроде. Терпим. Между тем, синоптики Алтайского гидрометцентра говорят, прогнозируемый уровень верхней отметки воды остается на уровне 590 сантиметров. Сейчас в цифрах она на уровне 566. Также метеорологи не исключают стабилизации ситуации. Все зависит от погоды. Все будет зависеть от объемов осадков, которые выпадут сейчас в Республике Алтай. Если их будет достаточно, то мы можем увидеть дальнейшие уровни, добегут. Если нам повезет, то, может быть, останемся на этой отметке и начнем постепенно падать. Те, кто живут в Затоне уже давно, в один голос твердят. О приходе большой воды предупреждают каждый год. Но не всегда прогнозы сбываются. Природа непредсказуема. Ну, она каждый год и поднимается. А как вот на случай подтопления будете бороться? Да никак. Лодка есть и хватит. Режим повышенной готовности в микрорайоне действует уже 7 дней. За вторую половину сегодняшнего дня, сообщили в гидрометцентре, вода поднялась еще на сантиметр. Мария Костырева, Алексей Фризин. День с толком.